происходит, и это хорошо. Что? Вы видели это? Там что-то пролетело в мою комнату. Как будто кто-то ходит по чердаку. What the fuck? Эй, чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и сразу же, просто сразу же, бери и подписывайся на мой канал и вступай в Супримбанду. А также, чтобы не пропустить новые видео, потому что мы поселились в дом с призраком. И вчера я снял первое видео в этом доме. И мы нашли вчера записку со словом «Уходи». Как бы, это очень страшно, согласитесь. И большинство из вас написало, чтобы я ушел из этого дома. Но я не могу так просто уйти, потому что этот дом достался слишком и слишком дешево. И лишь один человек поддержал меня с идеей с камерами. И сегодня ночью я расставил камеры. Одна стояла в этой комнате, вот здесь. Вторая стояла в комнате, где не работают лампочки. Они просто сразу же сгорают. Третья стояла в коридоре. И на этой флешке есть записи из этой ночи. Если честно, я уже чуть-чуть боюсь включать, потому что кто знает, что там может быть. Вдруг там реально заснятый призрак. В принципе, давайте включим компьютер и вставим флешку. Если честно, я очень сильно волнуюсь, потому что кто знает, что может быть на этой флешке. Увидимся позже. Итак, мы подключили флешку. Теперь можем посмотреть из камер наблюдения. Фух, мне довольно страшно, но я готов. Так, это я лежу. Это моя комната, я здесь вот сплю. В принципе, пока что ничего не происходит, и меня это очень радует. Это комната, где я спал вчера. Вон телевизор, где вчера мы снимали заключение. Здесь тоже ничего не происходит. Это коридор. Я решил оставить там включенный свет на всякий случай, чтобы хоть где-то он горел. Это кухня, здесь тоже включенный свет. В принципе, пока что ничего не происходит, и меня это радует. Это комната, где не работают лампочки. Я оставил там специально фонарик, чтобы хотя бы чуть-чуть освещало. Это довольно страшно. В принципе, пока что ничего не происходит, и меня это очень радует, знаете? Как бы, это очень хорошо. Так, это я сплю. В принципе, все пока что хорошо. Опа, а это просто я повернулся. Фух, я уже испугался, думал, что что-то не так. Ничего не происходит. Возможно, в этом доме даже нету призраков, просто я себя накрутил. Это все было лишь совпадение. Мало ли. Ничего не происходит, и это хорошо. Что? Вы видели это? Там что-то пролетело в мою комнату. Я не вставал. Я не помню такого. Я ничего не чувствовал. Я не помню, чтобы я вставал и так сидел. Я вообще ночью не просыпался. Что вообще здесь происходит? Телевизор сам включился. Я не слышал, чтобы включился телевизор, честное слово. На кухне пока что ничего не происходит. Это очень... В этой комнате перестал гореть фонарик. В смысле? В смысле? И почему-то камера дрожала, как будто кто-то двигал штатив. What the fuck? Что здесь происходит? Я просто не верю своим глазам. Камеры что? Как будто кто-то движет фонарем, смотрите. Выключил, включился. Сильнее включился. What the И все. Ну как будто что-то движет, я только что повернулся. Но я не помню вообще, чтобы я вставал ночью.
Запись закончилась. Фу, вот это реально было страшно. Я не помню, чтобы что-то такое происходило ночью. И тот фонарь, он дрожал, как будто его кто-то двигал. Это не могли быть просто перебои света, либо он разрядился, потому что он потом еще светил всю ночь. Я наутро проснулся, фонарь был включенный. Но телевизор не работал, он был выключен. И вытянут из розетки. Как? Как это могло произойти? Что с этим домом вообще не так? Вот это да. Мне реально здесь страшно. А может реально будет лучше просто отсюда съехать? Как хорошо, что я послушал своего подписчика и поставил камеры. Ведь это реально ужасно. Я бы никогда не узнал, что здесь кто-то летает и что-то движет тупо предметы. Фух. Если ты сейчас смотришь это видео, то пиши тоже в комментариях, что лучше сделать. Я не могу так просто уехать. Здесь ничего нету. Возможно, это даже было не здесь. What the fuck? Какого черта здесь творится? Там тупо что-то за дверью было. Как будто кто-то ходит по чердаку. Нужно пойти подняться туда. Ребята, вон тот чердак, вон туда вход. Но я не знаю, ли стоит туда лезть. Посмотрите, какое он в ужасном состоянии. Напишите в комментариях, как вы думаете, стоит ли туда лезть. Очень страшно. На этом все. Ставь лайк и подписывайся на канал. И обязательно напиши в комментариях, обязательно, слышишь? На этом все. Оставайся таким же шикарным, бро.